Давай. Пособрались опять собирать. Друзья, всем привет! Мы сегодня снова на рыбалке, на другом месте, не на том, что были вчера. Сегодня как-то попрохладнее, обстановка немного другая. В общем, рыбалка начинается, мы начинаем сверлить лунки, пробуем рыбачить на новом месте, посмотрим, что из этого получится. Поехали! Рыбалка наша начинается с шуруповерта. Опа! Отличная вещь. Как оказалось, несмотря ни на что. Дай ручку. Дама подала мне ручку. Все вполне безопасно и хорошо, удобно с дополнительной ручкой на шуруповерте. Не выворачивает руки, ничего не происходит. Ну, начинаем! Первая сработка. Бежим. Тихо. Ага, а что-то не то. Боже, как сидит. Заберем? Подожди. Сейчас. Да, наверное, надо. Давай. Есть? Есть что-то, но... Да. Ну как так-то? Ну вот, друзья, расставлены жерлицы. Была одна сработка, сход. И после этого пока тишина. Солнышко вышло, как мы говорим, легло на лед. Но как-то сегодня не так сказочно, как было в прошлый раз. Мы, конечно, надеемся, верим, что будет лучше. И ждем. А пока тишина. Чистим жерлицы. Тоже за нас это сделает. Сегодня немного холоднее. Что, не сильно замерзло, да? Нет. Вот. О, есть первая. О, вот она какая у нас щука красивая вообще. А, наша дальневосточная, леопардовая. Вот такие они острова. Местного значения. Сработала жерлица. Пока не крутится, но кто-то есть жерлица. Тише, ну подожди. Крутилась? Ну давай. Пошел, давай. Мелкая, по-моему. Ой, мелюзга, да, давай ее в воду. Подкрадываемся тихонечко. Не знаем, что это было. Надеемся, что щука. Ох, ветер какой сильный. Было же несколько раз такое. Стоит, потянуло, она сидит. Сменили место. Рыбалка сегодня скучная. Рыба не ловится совсем. Поэтому вот переехали на мысок. Где не копано, по непаханному, по несеянному. Опять посадили свой маленький огородик. Надеемся что-нибудь поймать. Ждем, ожидаем, пока результата никакого. Где-то на этих просторах ездят машины, рыбаки.
Мимо нас туда-сюда несколько раз проехали, и все ищут свое рыбацкое счастье. Не знаю, нашли они, нет. Мы пока поймали одну щуку, одну отпустили. Поэтому ждем, что будет дальше. Вот на другой стороне залива еще один коллектив, дружный. Тоже хотят поймать рыбку, отдохнуть. Что такое? Опять кто-то балуется. Похоже, никого нет. Ну, кто-то был. Ну, кто-то был. Так она просто сработать не могла. О, задвигалась, задвигалась. Тихо, 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 пусть двигается. Давай, наверное, Таня. А тут каяки. Да. Давай, давай, давай. Оп. Работочка, дождались мы с работочкой. Опять ничего не крутится у нас. О, давай, 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 давай. Давай, давай, Таня, лови ее. Что там? Ну, что-то есть. Что-то есть, давай. Мы ждем этого момента. Мы его долго ждали, дождались. Выход щуки. Выход щуки. О! Поймали. Нормальная, слушай. Нормально? Вообще, да. Ну, такая. О, только собрались опять собирать. Как вот сработка. Бери, 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 бери. Да ты чё? Ах, ну, не судьба. Что творится? Что творится? Еще одна сработка. Таня, давай я почищу. Давай. Ну, все. А? А что-то такая же вроде. Такая же, да? Вот, все разлетелось в разные стороны. Жерлица разобралась. На мелкие кусочки. Да не, нормально. Нормально. Рыбалка пошла. Ну давай переставим. Наверное, скоро будем сматываться. Так что, дорогие друзья, желаем вам всего хорошего, как всегда. Радости, счастья, веселья. Оставайтесь с нами, смотрите, если получится. Если вы меня увидите, значит, кино у нас какое-то получилось. А пока, на всякий случай, до свидания. Желаем всем всего хорошего. Пока. Но она не расставила. О! О! О!